Всем привет! Ну что, давайте сейчас сделаем призывчик на нерассказанных историях, попытаемся поймать что-нибудь стоящее. За призыв благодарим сервис «Донат в игры», ссылка внизу. А пробуем поймать пятерки. Желательно что-нибудь новенькое, рекомендованное. Пока с данного ивента, конечно, есть у меня несколько пятерок, они не прокачаны. Но чисто для интереса, может быть, что-то получится здесь еще достать. Так, половина призыва сделана, ничего хорошего пока не выпало. Что здесь будет дальше? Килайл, четверка, но, блин, не то. Так, не за этим я сюда пришел. Багрек. Так, осталось три призыва, но там еще сундук, может, что-нибудь еще добавят. Вот, спасибо. Вот Гелерт. Это красиво, это спасибо, у меня его не было, тем более еще зелененький. Так, идем дальше, кто здесь? Протей. Так, последний призыв пока в теории, сейчас посмотрим. Так, да, здесь Мелия, давайте откроем сундук. 100 монет, 80, 50, ух, хорошо насыпало. Давайте делаем еще два призыва. Может быть, что-нибудь еще получится достать. Нет, здесь Мнезиус. Так, и теперь уже точно последний призыв. И у нас получается отец Тук. Вот, такой призыв получился. Ребят, спасибо, что досмотрели до конца. Вам удачи на призывах. Пока-пока.